Привет, привет! Сегодня я распакую вот таких вот маджики, сияющие оленята. У меня уже было видео про пандочек маджики, а теперь про оленят. Обязательно посмотрите видео про маджики Ой, пандочки. Про мечтающих пандочек. Давайте откроем и посмотрим, что у нас внутри. Я надеюсь, это что-то прикольное. Вот. Все как с пандочками, только оленята. Опа. Да. Вкладыш, он весь такой порванный. У меня он весь такой порванный. Ну ничего. Вот такой вот сам вкладыш. Вот ночные оленята. И солнечные оленята. Я бы себе, наверное, хотела. Даже не знаю. Наверное, либо персик, либо коко. Или вообще снежинка. Наверное, все-таки персик. Хочу вот этот вот персик. У которого лучший друг Тату. А вот он Тату. Ну, давайте откроем. Опять же, итальянский у нас пакетик. На обратной стороне вся коллекция. Кстати, вот она сама эта персик, которую я хочу. Ну и давайте открывать. Итальянский вкладыш. И у нас мячик. Мячик просто. Опа, вот она. Это, кстати, у нас солнечная. Опа. Опять же, бумажечка с сайтом каким-то. Сам олененок и солнышко. Вот такое вот солнышко розового цвета. Вкладыш и сам олененок. Давайте же его откроем. Так. Что он не хочет у меня? Будут ко мне кот пришел, слышал звук пакетика. Вот так. Давай же тебя вытащим. Вау, такая красивенькая. Вот такая вот у нас... Вот такой вот у нас олененок. Вы это видите? Наглый кот. Называется наглый котик. Вот он, пакетики, пакетики. Ай-ай-ай, упал. Сейчас я ему дам пакетики, и он будет с ними играть. Как всегда. Ну вот и все. Такая у нас пандочка. Олененок по имени Мячик. Давайте прочитаем про этого мячика. Мячик, олененок симпатии. Вот. Такой у него мячик еще. А он не бархатный, он у нас из другого материала. Олененок симпатии, всегда в движении. Любимый фрукт – яблоки. Лучший друг – Коко. Коко – это олененок уже ночной, вот он. И Коко, как я поняла, это девочка. Давайте посмотрим на итальянский вкладыш. Вот так выглядит передняя сторона. Первая страничка этой книжки. Вот изображена Коко, мячик. Тут написано на итальянском что-то. И тут написано описание нашей лошадки. Ой, блин. То лошадка, то пандочка, олененок, блин. Вот, то, что я... Имя вот... Характер тут написан. Ну, вот так. Вторая страничка. Тут вот Коко. Или вот Коко. Или вот Коко. Я даже не могу понять, где Коко. А. Вот она мячик. А вот она Коко. А, смотрите, там еще зайка. И тут опять что-то написано. И вот на третьей страничке последняя вся коллекция. Вот
тут написано про солнышки и звездочки. Вот так. Ага. Так же, как и с пандочками, на вкладыше было написано описание некоторых оленят. Открой магию вместе с новой коллекцией маджиков с сияющими оленятами. Все 12 оленят очень милые и мечтают рассказать о себе. Олененок по имени Кегелька самый добрый из всех. Он будет твоим лучшим другом. Крошка, олененок спокойствия, всегда уверен в себе и даст тебе хороший совет. А конфетка, олененок фантазии, придумает и расскажет тебе самую интересную сказку. Мисси, олененок дружбы, будет твоим лучшим другом. Оленята очень любят бывать вместе. Помоги им встретить, собери всю коллекцию. Вот. Вот так вот выглядит. Прикольно. Так, все оленята суперэффектом. Вот написано, каждый олененок подарит тебе чудесный кулончик. Вот. Я как поняла, вот эти вот кулончики, они не меняют цвет, ничего. Это просто как такая подвесочка. Так, и давайте посмотрим, что делают солнечные оленята. 6 оленят меняют цвет на солнце. Угу. И 6 оленят светятся в темноте. Ну вот я не знаю, как вам показать, что она менять будет цвет на солнце, но сейчас я попробую поменять и показать вам. К сожалению, у меня не получилось сделать так, чтобы она поменяла цвет на солнце. Потому что сейчас у нас вообще нету солнца. Логика. Ну вот, и давайте посмотрим, что у нас за сегодня собралось. У нас был русский вкладыш. Маджики сияющие оленята. Вся коллекция, все на русском. Дальше у нас шел итальянский пакетик. Вот такой вот. Сзади вся коллекция. Итальянский. Внутри этого пакетика у нас был итальянский вкладыш. Кстати, вот я не понимаю. Вроде бы наша вот мячик, она... А, все, поняла. Хотя нет, не поняла все равно. Она у нас солнечная. И почему-то вот тут вот, где нарисована полумесяц. Я не знаю, может везде так полумесяц? Или просто ошиблись? Напишите в комментариях. Просто я думаю, что если это солнечная олененок, то должно быть солнышко. Поэтому. Ну, вы напишите мне в комментариях. Вот итальянский вкладыш. Олененок. Такой вот у нас олененок. По имени Мячик. Бумажечка с сайтом. И солнышко, на котором написано Magic. Сейчас попробую вот так вот зафиксировать. Вот, не знаю, видно вам или нет, но на нем написано Magic. Вот это все шло в пакетике, вот это. Ну, а с вами была Вика. Всем пока-пока! Напишите в комментариях, понравился ли вам мой олененок. Пока! Кстати, ты поставил лайк в начале видео? Быстренько ставь, уже кончается видео. Да, давай!